Вино представляет винодел Хуан Хесус Вальделана. Добро пожаловать в мир вина. Я Хуан Хесус Вальделана. Сегодня мы дегустируем красное вино, контролируемое по происхождению, из региона Риоха. Марка вина Вальделана. Это вино в категории резерва, из местного сорта Темпранио с добавлением 5% сорта Грасиано. Цвет блестящий, чистый, хорошо сформировавшийся. Наслаждающий аромат, очень насыщенный и очень-очень продолжительный. Великолепный баланс этих трех лет, которые вино провело в бочке. 50% американского и 50% французского дуба. Аромат очень яркий, цветочный, привнесенный выдержкой во французской бочке. Прекрасный ассамбляж во вкусе. Красные фрукты и сортовые оттенки винограда Темпранио, сочетаемые со сладкими танинами бочки. Приятная выраженная терпкость. Вино рекомендуем подавать при температуре 14-15 градусов. Прекрасно сочетается с мясными блюдами, жареными или запеченными, дичью и грибами. Это вино можно хранить и употреблять в течение длительного времени. Пробуйте и наслаждайтесь.